Когда жених и невеста устраивают фотосессию? После сборов невесты, до сбора гостей? Поняла. Смотрите, Маш, есть два варианта. Первый вариант – это когда жених и невеста встречаются до выездной церемонии, делают фотосессию. В этот момент, пока молодожены делают фотосессию, видите, так бежала. В этот момент, пока жених и невеста делают фотосессию, приезжают гости, гостей встречают приветственный фуршет, гости угощаются на этом приветственном фуршете и дальше встречают молодожену. Второй вариант – это когда молодожены хотят впервые увидеть друг друга именно возле арки, и потому что другие эмоции, потому что у жениха немножко другие эмоции. Тогда, если хочется, чтобы это было так, то молодожены встречаются возле арки, впервые видят друг друга. Дальше церемония проходит, гости идут на фуршет, общаются с ведущим, что-то записывают, может быть, какие-то видео, возможно, работают кто-то из артистов. А молодожены в этот момент на часик удаляются на небольшую фотосессию. И потом в течение банкета также еще отходят, во время заката солнца тоже отходят на небольшую фотосессию. Вот то, что вам ближе, то и выбираете, в общем-то.